Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. За одной типичной дверью кладовой находится секретная гардеробная. Снаружи она похожа на любой другой традиционный кухонный шкаф, но за ее дверями расположена впечатляющая кладовая, предназначенная для специй, вина, запасов продуктов и бытовой техники. В этом помещении очень много места для хранения. Фотографии этой кладовой стали вирусными в сети. Скрытая кладовая, которая, как полагают, находится в Канаде, поразила тысячи людей по всему миру, причем многие говорят, что это идеальное решение для хранения вещей за пределами кухни, позволяющее скрыть от посторонних глаз все принадлежности, оборудование и продукты. Фотографии скрытой кладовой стали вирусными, поскольку пост переслали более 41 тысячи раз, и более 13 тысяч человек прокомментировали его. Сотни людей называли это место кладовой мечты для домашних поваров. «Это кладовка, которую каждый хочет иметь», — сказал один. Другой добавил: «Честно говоря, секретная комната — это все, чего я хочу в доме. Я был одержим ее с детства». Многие родители пошутили, что секретная кладовая будет лучшим местом, чтобы спрятаться от всех. «Я никому не говорил, где я, и в трудные минуты сидел там, ел и пил вино. Это было бы прекрасно», — сказал один. Другая мама сказала: «Здесь мы однажды спрячем всю хорошую еду от наших детей». Однако многие признались, что хотя это кладовая их мечты, у них нет места или денег, чтобы оборудовать ее в своем доме. «Кладовая мне нужна, но у меня нет места», — сказала одна мать. Другая добавила: «Это кладовая, которую я хочу, но не зарабатываю достаточно денег, и у меня не будет силы времени, чтобы содержать ее в чистоте и порядке». Между тем, одна женщина объяснила, что хотя секретное пространство выглядит великолепно, идея такой кладовой не кажется практичной. «Представьте себе, что вам постоянно нужно переносить туда еду», — сказала она. А хотел бы ты такую кладовую в своем доме? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.